Зимний чемпионат города по мини-футболу в Сарове проводится традиционно. В этом году в нем принимают участие 8 команд. Игра проходит в 2 круга. Каждая команда сыграет 14 игр. Правила у нас медийного футбола, то есть размер площадки 60/40, 2 тайма по 25 минут, 7 в поле, 1 вратарь. Ну, укорочена немножко площадка, а так, в принципе, правила большого футбола. В зимнем чемпионате города принимают участие как опытные спортсмены, так и молодое поколение. Артем Кичкаев занимается футболом 11 лет. В спорт его привели родители. Футбол для молодого человека – образ жизни, и он планирует связать с ним свое будущее. В текущем чемпионате Артем лидирует в таблице лучших бомбардиров. Он забил в ворота соперников 12 мячей. Но для победы его команде Добросаров не хватает еще несколько голов. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы занять в таблице выше места. Несмотря на холодную погоду, поддержать любимые команды на поле пришли заядлые фанаты футбола, родители, бабушки и дедушки, друзья и знакомые. Каждый раз ходим, да, отличается, конечно, они сегодня вообще прям в угаре. Игра мне очень сильно нравится, и болею я, как обычно, только за Добросаров. Почему? Потому что там играет мой парень. У меня слов нету. Когда у меня со мной все нормально, я всегда прихожу. У меня все-таки внук. Вот он, внучок-то мой, играет. Поддерживаете? А то нет, для того, что давление подскакивает. Вот как поддерживаю. Весь мокрый. Пока первое место в таблице занимает футбольный клуб «Авангард». Второе – «Добросаров». На третьем – ФК «Икар». Но все может измениться в любой момент. Команды настроены на лучший результат. Победителям чемпионата вручат дипломы, медали и кубки. Следующие игры пройдут в феврале. За расписанием игр можно следить в группе ВКонтакте Федерации футбола города Сарова. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».